Научно-экспертный совет Ассамблеи народа Казахстана при поддержке Министерства культуры и спорта издал этнополитический словарь. Это справочное пособие раскрывает смысл и значение терминов, активно применяемых в этнической политике. Словарь содержит 400 слов на казахском и русском языках. В него включено большое количество терминов, что позволяет теперь имеющиеся в обиходе слова систематизировать и привести в единую базу данных. Авторы считают, издание может пригодиться в работе специалистам гуманитарных наук, ученым, экспертам, госслужащим, журналистам и широкому кругу читателей. Участники круглого стола отмечают, очень хорошо даны понятия таким словам и словосочетаниям, как диаспора и историческая родина. Каждый должен ответить на этот вопрос. А что такое историческая родина для меня? Ну, в нашем посыле ассамблеевском родина для каждого казахстанца – Казахстан. И если мы вот все остальное, что включает этот словарь, мобилизуем на формирование такого сознания, то словарь свою задачу выполнил.